На берегу Шелка Даниил Глейхенгаус, город Москва. Даниил Глейхенгаус, московский фигурист, представитель все той же школы высшего спортивного мастерства «Москвич». Его короткая программа. Также тренируется он у Виктора Кудрявцева. Там уже целая школа. И вот как раз очень приятно, что представители этой школы выступают и лидируют на этих соревнованиях. Несмотря на падение в самом начале программы, можно сказать, что Даниил Глейхенгаус справился со своей короткой программой. Очень хорошие были у него вращения, хорошие дорожки шагов. И в целом его выступление, оно производит такое очень хорошее впечатление. Так чувствуется потенциал большой у этого фигуриста. Вот на тройном лутце он упал, но прыжок его все равно будет засчитан. Здесь, правда, опять же, уже ориентируешься как бы на нынешнюю систему судейства. Я уже так мысленно прикидываю, сколько могут снять за этот прыжок и зачтут ли ему тройной этот прыжок. На самом деле система судейства старая, здесь все по-другому. Вот очень неплохой каскад мы сейчас видели. Вот оценки за технику пятерки, 5-0 в основном, и вот один из арбитров даже 5-2 поставил. Но я думаю, что вторая оценка будет заметно выше. Да, вот 5-5, 5-4, 5-6, и он становится лидером соревнований. Вот к этому моменту уже выступило 17 участников, и Даниил Глейхенгаус лидирует. Но вот сейчас следующий участник
очень интересный. Это Артем Григорьев, он тоже представитель школы высшего спортивного мастерства «Москвич». И вот сейчас мы увидим его в короткой программе. 5-4, 5-4, 5-4, 5-5. Ну вот нам сейчас, вы слышите, объявляют оценки, вторую оценку за артистизм.